очередной тест на канате, вне зачета нож от русского Булата, модель Универсал, сталь Дамаск, состав пакета, к сожалению, не знаем, твердость в районе 61 единицы, сведение 0,65, толщина обуха 3, ширина 16 мм. Заточка, как всегда, 36 градусов. Финиш на Венерских алмазах. Нам все равно скотч нужен, потому что нам замотать надо этот резинку. Так, изолента есть. Изолента есть. Что мы там? Сколько мерили? 7,5. Так, ломать тогда? Надо постануть же, на этой, на салфетке, на выгодке. Конечно. А обычного нет все-таки скотча? Она просто нет, прорезается все время. Нет. Да, обычно будет еще хуже прорезаться. Нет, разлепляться будет без понтовой. Поверх изоленты он нормально. Да, я резанул. Смотрим, салфетку режут. Бреет. Салфетку разрезает. Так, надо диспетчер не сыпь подпереть. Сейчас об салфетку затуплю его. Будет необъективный тест. Так, ну и бреет, понятно. Вот он, кстати, беззвучно вообще бреет. Это, ну, блин, прям кайфово так заточился на алмазах. Да, этот можно без этого, без пластыря. Я просто косячно палец. Блин, да. Нихуя, ты его не тащил? Кто? Вообще пиздец лежит. Бирюков, да. Ждем Рекса, когда Рекс Бирюкова порвет. Бирюкова. Андрей, засылай денег и ножей. Так, давай перейдем весы. Да, да, да. Ну тут сам рулю. На, смотри. Что делаешь? Килограмм, как обычно. Все, поехали. Каждые 5 метров? Блин, я уже 8 сделал. Ну, в принципе, и так понятно, что он будет. Конечно. До 10 доведу. У меня еще не отросли волосы с прошлого раза. 10 бреев. Но у него рукоятка, я тебе скажу, неудобная. Она скользит. Ну, узенькая. Она прям скользит очень сильно.
тут как раз бы упор не помешал, а тут прям вообще абсолютно его нету. Ну, конечно, сейчас меня там все эти противники, точнее не противники, а любители финок начнут орать, типа на них тоже упора нету там. Но все равно мне бы вот упор не помешал. Андрей, 15. Сколько у нас? 95. 95 сколько показывал? Не помнишь? Слушай, я не помню, где-то 30. Посмотри. Сейчас посмотрю. Я помню, что Беляков сказал 40. Ну, на 45 45. Еще что-то. Это. Так, это уже 20. Ну, вроде греет. Ну, сладенького. На 25, бред. Что, 25, бред? 30. Бред. Ну, я думаю, он сейчас нам хороший покажет результат. Бодренько бред. Так. Что там? Ну, 30 было, 35, что-то. Ты палки не кидаешь, что ли? Когда 50 дойду. Так, 35. Ну, бреет, бреет. Ну, вот здесь уже вот не бреет. Ну, как угол побольше просто. Если вот здесь вот, то он... Да блин, блин, вообще же огонь еще. Сколько? 35. 35. 40. Сведение это маленькое. В смысле это угол, блядь, толщина. 40, да? Угу. 45. Нет, блин. Угу. Не так. 45. Охренеть. Подбривает, да. Да, еще можно 5 лет сделать. Подожди, это сколько уже? 50? Ну, цепляет. Ну, бреет. Бреет еще. Ну вот сейчас уже все походу. Лучше 50 пишем. 55?
А, подожди, ну остановился на 55. Ну, блин, он даже Бирюка погнал. Ну, Бирюка там, естественно, лом такой. Алло. Блин, забыл же этот. Померить-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Чё там? Да, Люда сейчас забыл, что работает. Я забыл на 50, что кроме. Ну ладно, ничего страшного. Ну вот я сейчас сотку сделаю. На 100 резов. Ну, нормалек. Ну, как стандарт, по-моему. Ну, как предыдущие два. Вообще, да, стандарт. Ну режет хорошо, мне нравится. Агрессивный вес. Шашку
Говорить. Что 150? 3,8, 3,7, короче, где-то так. 3,7, наверное. Как хорошо с нормальными ножами работать. Угу. Быстро так все получается. Уже вот 200 метров. На самом деле она не мылила. Ну хотя. Но она на 10 резов раньше. Ну, это да. Она бритвенную остроту раньше потеряла, но она ни хера не мылила. При этом она толще. Где-то 4,2, чуть больше, вот 4, это 250.
Уже сложнее идет. Заметно. Все, 300. Ну, вот сейчас он реально уже, ну, можно сказать, что около двух движений идет. То есть я поначалу хотел еще продлить на 500, но сейчас уже думаю, нет. Что-то около 5. Сейчас еще разок. Да, 5. Ну да, ну чувствуется, кстати, похуже. Прямо 95-ка. Она когда шла на 300, я чувствовал, что еще где-то 30 примерно резов. То есть она уже, видимо, видно было, что почти 2. Но вот еще 20-30 где-то, и она была вышла. А здесь уже все. Ну давай, короче, проверяем. Так. Все-таки чуть послабже. Что-то он вообще совсем что-то не считает. Что за хрень? Пиздец. Протри его, может, там это забыл. Говно это на репорт. Нет, все, до свидания. Мы микроскоп посмотрим потом. Вижу, ты плохо вроде. Но почему не цепляет? Ну, наверное, замялся ведь. Ну, мы зафотаем же все равно. Но что-то, короче, да. Угу. Так себе. Ну, вроде ничего лежит, а не сейчас ничего. То есть, а... Как бы... А лизи протяга мне нету. Да. А, ну это виноград полежи. А лизи протяга не может быть речи, блин, а пушка там что-то пушкатит. Пушкатит именно, пушкатит нормально. То есть вот, прям беру. Пушка там хорошо. Ну, короче, что-то типа того. Ладно, рок. Стой! На. Упасим рок. На, подожди. Попробуй. Ни хера не цепляет? Не, вообще скользит. Скользит прям. Ну прям, ну вот. Так. Как бы так показать. Вот, все, ну не цепляет вообще. Но при этом плитку держал хорошо. Ну так, блин, интересное такое поведение, конечно. Ладно, что, подолбим. 10 слабеньких. Есть коски. Да, он даже видит. По-близки. Угу. Блестит. Сейчас начнет газету резать косяками этими. Ну.
Все, пила появилась. Да. Восстановил пилу. Ну и подолгом нормально. Слушай, неплохо. Ну вот, да что. Вообще, дыхи. А нет? Децл ну, вообще. Ну да, немного. Ну, блин, хорошо. Ну пальцем чувствуется, конечно. Ну децл вообще. Ну, слушай, ну за фото. Прям это. Не, нифига не завернулся. Вот здесь вот прям чувствуется. Ну это на косяках. Он замялся. Он походу как 95-ка. Он замялся, а не выкрашился. А даже видно, вот. Прям видно даже. Он замялся. То ну, короче, косячки. Вот, ну, результат очень по интересный. Походу сталь очень вязкая. Да, интересно будет другие углеродки по, рядом просто потестить. Но ничего не выкрашилось. По бритью прям вообще огонь. Он даже, блин, CPM 15 V обогнал. Заточка все, даже самая, теми же самыми абразивами. Все плюсы углеродки. Долго бреет, легко правится. Но. Вот оно и есть. Не, ну что я могу сказать, ну я не зря как бы уважал, короче, их Дамаска. Ну потом другой еще ножик их потестим, конечно, но пока, блин, интересно. Такие дела. Все, не болей.